Родители погибли, ребенок в больнице. На Орджоникидзе столкнулись 12-й Range Rover. Страхуем риски за свой счет. Дольщиков хотят обязать страховаться от недостроя. Как учителю в Саратове прошел профориентационный марафон, где будущим педагогам рассказали о нестандартных подходах к преподаванию. Об этом не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.